Рок-н-ролл. Это не он. Он. Итак, радионавигатор. С вами Константин Подстрешный, Даниил Кузьмичев. Ну, а с вами. Да, быстрый Подстрешный и не очень быстрый. Задумчивый Кузьмичев. Переходим к новостям культуры. Давайте сразу к главному. Давно с вами не слышались. Очень здорово, что снова получилось записать выпуск. В бой. В бой. Итак, что у нас сегодня в бою? У нас вышла Nintendo Switch за это время. Пока мы тут сидели, да, в завалах работы, вышла Nintendo Switch. И свичует. Да, Nintendo, кстати, прислала нам свичечку. Все целиком или какие-то части? И все игры. Все две. Все две. Зельду и... Но знаешь, это вот... Зельду. Вторая какая? One to Switch. Маленькие игрушки от Nintendo, как она любит. Полторы игры. Но, ты знаешь... Полторы игры. Это редкий случай на моей памяти в наше время, когда выходит игра, которая реально продает приставку. Потому что Зельде удалось за короткое время собрать очень у себя такую благожелательную аудиторию, которая уже твердо уверена, все, новая мессия. И главное, что самое интересное в этом, обратно ее не сдашь. Приставка куплена, игра куплена, все, можно больше ничего не производить, я думаю, некоторое время. Нет, выйдет. Сейчас выйдет Fire Emblem. Fire Emblem, какая там, десятая она? Не помню, ну пошаговая. Давай не будем позориться и вырежем вот этот кусочек, где я говорю, не помним, какая Fire Emblem. Это должно остаться. Конечно. Ну. Это высок тон. Радионавигатор. А кроме Fire Emblem, что, две Зельда, Fire Emblem и... Да что тебе, мало что ли? Мало. Знаешь, ты здорово изменился с 98-го года. Nintendo зато не изменилась с 98-го года. Нет, там выйдут всевозможные Скайримы, хотя это странный выбор. Это отличный выбор, классика, проверенная временем. Тетрис будет? Просто Скайрим у меня не очень ассоциируется с Nintendo. Я бы с гораздо большим удовольствием какие-нибудь туда... У меня раньше Ёжик Соник не очень ассоциировался с Nintendo, а теперь ничего, нормально. Нет, я подозреваю, что Nintendo по праву победителя, знаешь? Да, кто моя маленькая шлюха? А, здесь Ёж. О, мама мия. Тем не менее, помнишь, мы подшучивали над Nintendo Switch, что там такие странные контроллерики? Они и вправду странные. То есть, это приставка, портативная приставка, которая три аккумулятора внутри, тебе показывают три индекса зарядки. У тебя может есть левая часть геймпада, правая часть геймпада, посередке промежуток. Огромная перспектива в плане сажания батареек открывается в новой приставке. Нет, помнишь, мы с тобой подшучивали над Nintendo? Мы над всем подшучивали, да? Да, но надо отдать должное, Nintendo хорошо стартовала, молодцы. Nintendo Switch такая приятненькая на ощупь. Так, что мне еще хорошее мы можем сказать про... Она приятненькая. Ты лизнул хотя бы раз, может быть, экран гладенький. Это известная такой тема о том, что... Как конфетка. О том, что какая-то девушка написала, что картриджи для Nintendo Switch горькие, наверное, чтобы дети их не ели. Я потрясен. Мне всегда нравились глубина девушки, которые... Да, глубина исследования — хороший термин. Давай всегда перейдем к следующему. Девушки, которые то пробуют... Это какой-то Switch. Джойстики там с вибрацией, да, там, Nintendo Switch. Следующая новость. С тремя джойстиками. Новость, аккумуляторы. Следующая насколько новость. Насколько хватает аккумуляторов? Радионавигатор. Так. System Shock 3. Три. Не один, не два, три. Помнишь? Три System Shock, да? Да, System Shock 3 получил 12 миллионов долларов. От кого? От издателя. На что? Ну, собственно, на System Shock. Надо дать должное. Видимо, Уоррен Спектор был убедителен. Уоррен Спектор — это у нас... Он их заставил дать им. Это создатель первой и второй части. Там есть нюанс. И надо полагать, третий. И да, теперь третья часть, потому что он примкнул к команде разработчиков. Угу. Надо уточнить, что перед тем, как стартовала разработка System Shock 3, угу, фанаты собрали 1 350 000 на ремейк первого System Shock. И я думаю, что вот это как раз Уоррен Спектор такой подумал. А хорошо зашло, подумал, да, Уоррен Спектор. Если 1 350 000 чисто на ремейк неизвестным фанатам выдали, угу, то это же сколько может... Погоди, это фанаты собрали не ему, а не себе собрали? Ну, фактически, да, себе, ну, с его благословением, ага, и все такое прочее. Я думаю, вот это повлияло. И он сказал такой: ребята, подвиньтесь, сейчас старая гвардия покажет вам, как надо собирать миллионы. И собрал на 11 больше, да? Не совсем. Эти-то собирали с народа, а этот собрал с издателя.
Но тем не менее бюджет нормальный. И что ждем? Чего ждем за эти деньги? Мы ждем космическую станцию, на которой призрак компьютерного разума Шода. Кстати, будет озвучивать та же самая актриса Терри Брисиус. И она еще в голосе? Сколько лет-то прошло? Ну, ты знаешь, там голос был настолько сволочной, извините за прямоту. Что с годами станет только лучше, да. Понятно. Что ж, озвучка уже хорошо, но посмотрим, что будет, кроме ностальгии. Ты знаешь, там перед этим отгремит Prey. Угу. Игра выйдет только в следующем году, где-то второй квартал, по-моему, назначено. А мы уже играли. Нет, мы играли в Prey. Я говорю, мы в Prey играли. А выйдет System Shock. А в него мы еще поиграем. Ты все запутал. Нет, а ты все запутал. System Shock 3 выйдет в 2018 году, во втором квартале. А Prey не выйдет. А Prey выйдет вот-вот. Мы на обложку даже его хотим ставить. Ну, правильно. Там кружки прикольные. Мы поиграем немножко в Prey. Мы уже поиграли немножко в Prey. С тобой. Имеется в виду, мы вообще все игроки поиграем в Prey. А, понятно, понятно. Да. Теперь ты все запутал. Поиграем в Prey. Как раз играем, играем, играем. Prey закончился. 2018 год. Что такое еще поиграть? Хорошо зашло. Да, а тут System Shock. Оп, и тоже космос. Станции уже успели соскучить. А мы такие, в кружку можно превращаться? Нет? Да что ж такое, верните деньги. Так. Ну, пожелаем им удачи. Да, понадеемся, что они не только на ностальгике выехают. Да, потому что Уоррену Спектру удача-то после его Микки Маусов понадобится. Да, Микки Маусы, казалось бы, топовый персонаж, серьезная фирма, Микки Маус, столько фанатов. Я думаю, что это-то и навредило, когда у тебя не оправдал. Вопрос не в этом. Скорее всего, когда получают какую-то крупную лицензию, то вместе с ней приходит и большое количество начальников. И каждый из начальников тащит свою сторону. Как вот с фильмом про Warcraft получилось. Там же ни режиссер не глупый, ни Blizzard не глупый, ни кто их там прокатывал, Sony... Ну, они насчет не Sony... Не Sony, Universal. А, Universal? А, эти-то да. О, нет, это такие же. Ну, вот, собственно, мы получили то, что получили. Тащили в разные стороны, потом бросили посреди голой степи. Каждый немножко в свою сторону потащит. И каждый умный. В итоге, да, произведение получается ни о чем. Я подозреваю, что с Микки Маусом тоже получилось схожее. Ну, надеемся, что с System Shock'ом получится не схожее. Да, у Уоррена Спектра не так много сейчас шансов. Давай, старина Уоррен, используй этот на полную. Вот тебе 12 лямов, используй. Не пропей все сразу. Не как Крис Тейлор. А кто это? Крис Тейлор, который собрал на Star Citizen больше 140 миллионов долларов с народа. Еще собирает. Выгодное дело. Что значит, не так, тогда ему тоже пожелаем удачи. 140 миллионов. 140 миллионов, не кот чихнул. Вот. Как игру ждем? Star Citizen. Не так сильно, как те, с кого собрали 144 миллиона долларов. А что им остается? Следующим новостям. League of Legends открыла студию на главкино. Ты сейчас что сказал вообще? League of Legends. Так. Это такая небольшая игра, скромная, не очень популярная. На два джойстика там. Да, можно играть вдвоем, да. Высокий профессионализм. Вот наши стандарты. Вдвоем, втроем. Гнил, это мега-хит. Ну, понятно. В жанре моба. Да, я знаю. Главкино. Как вообще? То есть звучит так, знаешь, там типа, ну... Почему не главигра? Да, ты это там, хочешь спросить? Как, звучит, как приблизительно League of Legends стала выступать на заводе «Красный Октябрь», понимаешь? Вот. Ты сейчас вот сказал для всех хипстеров вполне реальную вещь. Завод «Красный Октябрь». И они там сидят, такие режутся в кресле. Там офисные, да. Сейчас всевозможные помещения. Ну хорошо, я потом придумаю вариант получше. Главкино. Как, что, что? Главкино – это павильоны и большие съемочные мощности. То есть там снимают шоу «Голос», чтобы ты понимал, для Первого канала. То есть акустика там хорошая. Там большое количество специалистов, там большие павильоны. И один из этих павильонов, он там трехэтажный, он целиком сейчас вот оборудован для League of Legends. Чтобы каждые выходные, субботу, воскресенье, оттуда шли матчи, так называемая континентальная лига тоже там будет проходить. Вот теперь-то новость обретает какие-то понятные мне там стрипу. Человек 60 только обслуживающего персонала, то есть технарей, операторов, которые будут сидеть в монтажных. Каждый раз, когда я слышу такую новость, я думаю, вот представь себе, 90-е годы тебе рассказывают, знаешь, вот типа будем все собираться, там, не знаю, там того же Супер Марио играть.
в ангаре. Клуб у нас будет, интернет-клуб будет трехэтажный. Спорт это будет, понимаешь, Супер Марио, вот мама приходит, ты что делаешь, сынок, я спортом занимаюсь. Как времечко-то летит. Там речь идет о том, что это скорее эффектное шоу. В интернетах без конца спорят, типа это спорт, не спорт. Ну, да не спорт. Шахматы, это. Спорт, не спорт. Это в первую очередь, друзья, покер, спорт, не спорт. В первую очередь это шоу. Это шоу, у которого есть миллионы поклонников. Это люди, которые умеют играть на выдающемся уровне. А если это и станет спортом, через 10 лет никто не вспомнит, что это могло быть им не быть. Нет, тут вопрос именно в терминологии. Что... Вот терминология изменится. Спорт физический, вот, это одно. Речь идет о том, что это отличное шоу, которое могут смотреть миллионы людей. Рестлинг-спорт, кёрлинг-спорт, шахматы-спорт. Вот, призовой фонд. Просто, чтобы ты понимал, призовой фонд мирового турнира там 5 миллионов, это нормально. Это вот нормально. Битва. Принеси мне 5 миллионов, скажи, нормально, что нормально. Более того, даже Федор Емельяненко скажет, что нормально. Нормально. Куда тут жать? И победит. И победит. Нокаутом. Так вот, был на этом главкино. Ну, как понравилось вообще? Да, производит впечатление. Мировой уровень. То есть вот нормально. Да, можно сказать, мировой уровень. Немножко выбор места. Оставляет вопросы, но, скорее всего, просто это за МКАДом по Новой Риге несколько километров. Ну, да, как-нибудь доедут. Что значит как-нибудь доедут? Там будут бесплатные автобусы от 1905 года. Как-нибудь доедут. В Ашан доезжают и туда доедут. И там, помимо студии, где игроки будут, собственно, играть, те, кто это будет освещать и выдавать в интернет сигнал, там есть 50 мест для фанатов. Стоят рядами такие стульчики, как у Урганта, или как там... Ну, типа аудитория, да? Которые говорят хлопать, там, хлопать, смеяться, закадровывать, смеяться. Болеют и тому подобное. Да-да-да. Ну что ж, замечательно. Хорошая новость. Мировой уровень. League of Legends, молодцы. Riot Games, молодцы. Так, держать. Поехали дальше. К играм, которые у нас вышли. Радио-навигатор.